Безвизовый пятидневный режим, который действует в Беларуси с 12 февраля, на правопорядке в стране не отразился. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич. За этот период мы зафиксировали несколько нарушений. То есть это даже не десятки, а несколько нарушений. Я не помню, по-моему, 5 или 6. Да, не больше 5, так я даже знаю. Нарушений, связанных с вот этой вот новеллой. Да? Какие это нарушения? Значит, это нарушение сроков пребывания на нашей территории, 2 или 3. И один или два случая, когда прибывающие к нам туристы следовали в Российскую Федерацию, имея визы Российской Федерации, подчеркиваю. Но въехали к нам без визы. На брифинге, а его приурочили к столетию белорусской милиции, которую отметят 4 марта, глава ведомства коснулся и других важных тем. В частности, сообщил, что сейчас в разгаре проверка по ограничениям белорусской продукции на российский рынок. Также в стране усовершенствуют систему общественной безопасности. Над ней сейчас работают специалисты. Для поиска людей, потерявшихся в лесу, закупят квадрокоптеры. Продолжится в правоохранительных органах и оптимизация. Она пройдет в несколько этапов с минимальными последствиями для сотрудников.